предложение про дешевую теплицу из бруса своими руками. Сейчас середина сезона 2015. В начале сезона теплица была увеличена на пристройку размером 3 на 6 метров. Суммарно теплица составляет теперь размер теплицы стал 6 на 9 метров. Основная часть 6 на 6 и пристройка 3 на 6. Для того, чтобы вода с основной теплицы не попадала напрямую в пристройку, пленка, покрывающая вторую часть пристройку, была приклеена скотчем к крыше основной теплицы. Теперь вода с основной теплицы скатывается через пристройку сразу вне. Обе теплицы засажены примерно одинаково, то есть здесь есть и помидоры, перцы и одна грядка с огурцами. Точно так же в пристройке помидоры, перцы и грядка с огурцами. Зелень бушует. Мы не часто бываем на даче. Теплицы работают в режиме автополива. Ну и зарастают, может быть, даже избыточно. Хотя плоды на них есть. Помидоры есть. Огурцы. Ведерко каждый день с каждой теплицы мы имеем. Так что теплицами я доволен. В перспективе теплицы будут переноситься на другое место. Не думаю, что это будет сложно, потому что они закреплены на фундаменте из металлических уголков. И элементарно снимутся с этого фундамента и перенесутся на новое место. Скорее всего, на следующий год теплицу придется перестилать, так как третий сезон под одной пленкой она не выдержит. Но вот два сезона большая теплица выдержала без вопросов. Ее пришлось немножко подлатать, но это... Только немножко подлатать, а не перестелить или перекрыть по новой. Пока все. Большая теплица из бруса с пристройкой своими руками.